Привет, друзья! Сегодня 12 сентября. В Ташкенте продолжается лето. Сочувствую нашим российским друзьям и родственникам, у которых уже в некоторых районах идет снег и мороз ударил. Вот видите, какая в Ташкенте погода. Сейчас мы с вами едем по центральному проспекту Дружбы народов от Чиланзара на Юнусабад. И вы увидите, какие перемены произошли в нашем городе. Вот сейчас мы поднимаемся на эстакаду над метро, бывшее метро Хамза, а теперь называется Новза. Надземный переход. А теперь мы дальше едем. Какая красивая пятничная мечеть Новза, Новза Масджиди. Многие гости нашего города восхищаются, какой все-таки у нас зеленый город, красивый. Тьфу, чтобы не сглазить. Вот как раз метро идет. А вот это раньше называлось метро Комсомольское, сейчас называется Мелибов. Национальный парк. Вот мы видим свадьбу. Сейчас в Узбекистане начался сезон свадеб. Это наш парламент Оли Мажлис. Вот девятиэтажки. Подъезжаем к проспекту Дружбы народа. То есть мы по нему движемся. Тут метро, станция Дружбы народа. И вот мы уходим в туннель. Здесь у нас художественное училище имени Пенькова. А впереди мы видим, да-да, вы не ошиблись, это грандиозное сооружение, построенное в 70-е годы. Это здание Ташгосцирка. И площадь Хадра. В этот цирк многие ташкентцы, наверное, даже все ходили, когда были маленькими. А когда стали взрослыми, водили сюда и продолжают водить своих детишек.
команды пацанов со двора, которые давно уже не дети, но все равно для друзей мы остаемся пацанами на всю жизнь. Мы едем с рыбалки. Вот это вот сейчас проезжаем Ганга. И спускаемся к массиву Секзар. Посмотрите, какие улицы теперь у нас тут. Широкие, трехполосное движение в обе стороны. Рыбалка у нас была неудачная. Мы ездили на Таштрам, на Сырдарью. Вечером приехали, обрадовались, увидели, что есть свободное место, такое живописное. У нас было столько кукурузы, столько мамалыги. Но оказалось, что место слишком глубокое для того, чтобы там был сазан. Мы поймали всего 2 красноперки и 4 чихони. Лишний раз убедились в том, что когда слишком глубоко, это тоже нехорошо для сазанов. Сейчас массив Секзар остается у нас позади, и мы подъезжаем к кинотеатру Сабира Рахимова. Здесь строительство. Даже в воскресенье движение очень интенсивное стало в Ташкенте. Очень много машин. Софийским проспектом. Налево у нас Каракамыш. А направо у нас грандиозная стройка. Стройки, стройки, везде стройки. Узбекистан сейчас привлекает сумасшедшие инвестиции. Мы видим нашу любимую телепашню, которая ночью сверкает разноцветными огнями, словно новогодняя елка. Восьмой автобус Каракамыш-Янусабад. Еще один мост, который проходит над улицей Усташирин и над железной дорогой. В
вдалеке еле видны горы, вершина Кызылнура. Справа у нас 17-я горбольница, где людей лечат от всяких болезней. И вот что напротив нее выстроили. Слева 5-й квартал Юнусабад, а вот это уже 4-й квартал. А справа сейчас у нас D2. Это, который раньше назывался Бичигорск, а сейчас посмотрите, какой престижный фешенебельный райончик. Сейчас мы въезжаем на мост Юнусабадский базар, у нас будет справа, а слева Универсам Юнусабад. Вот эти буквы, по-моему, еще с советского времени висят. Вот он, наш базар. Подъезжаем к перекрестку. Здесь мегамаркет Мегапленет, торгово-развлекательный центр. Вот это девятиэтажка, мы видим, это 11-й квартал, а вот это вот 13-й квартал. На углу построили огромный прекрасный дом. Это вот задний вход базара. Здесь по утрам оптом продают овощи, фрукты. Налево можно? С ней общаешься? Да. Сколько лет? Ей 83 или 85, наверное. Ну, нормально разговор, чуть-чуть так. Запинается, ну так. Израиль? Да. Израиль, старший жрец в ней, младший в Канаде. Наш родной 8-й квартал. А слева 4-й квартал. Ресторан «Белур».
строит магазин, оптовые ряды, называется Урикзор. Сейчас мы поедем на 7-й квартал, подбросим нашего товарища Олега. Здесь раньше ходил трамвай, а теперь здесь спортивные площадки, где играют в футбол допоздна, до 2 часов ночи. Орут пас, мангякара. Вот они и сейчас играют. Здесь можно взять в аренду этот спортивный комплекс и играть. Вот что здесь. Раньше были гаражи, а теперь вот такие дела. Сейчас вы увидите место, которое раньше здесь было кольцо трамвая. А сейчас вот построили молодежный центр коворкинга. Коворкинг — это значит сотрудничество. Вон там завод «Зенит». О, барашков везут куда-то. На убой, наверное. Взрослые барашки. Или на продажу. А может, купили. Вон там у нас массив Хасанбай. Махаля Хасанбай. Гора, на которой давным-давно проходил мотокросс. Там гоняли на мотоциклах ребята по этой горе. В нашем дворе жил Сашка Тимофеев. Он был чемпионом Узбекистана по мотокроссу. Вот 7-й квартал. Вот этот завод «Зенит», там он рыбу ловит. Вот смотрите, как благоустроили речку. Вот мы сейчас мусор выкинем. Вот мы выкинули мусор. С рыбалки привезли. Ребята, поступайте так же. И природа, может быть, вас отблагодарит когда-нибудь. Проезжай, мальчик. Это 7-й квартал. По-старому А4. Можешь, вон там дальше едешь и обратно выйдешь на дорогу. Вот так выглядит 7-й квартал Юнусабад в сентябре. В середине сентября. Сегодня 12 число. Жигули уже редкость в Ташкенте. Вот впереди за рекой мы видим корпуса завода «Зенит». Раньше там была запретная территория, а теперь сделали набережную, которую можно гулять. Вот здесь спортивный городок. Вот здесь было кольцо трамвая когда-то. Сейчас прогулочная зона, прокат велосипедов, частная школа, сад. И даже есть небольшой аквапарк. Супермаркет «Корзинка». А это крестик.
налево идет дорога на 9 и 10 квартал. Мы отсюда проедем себе на 8. Вот крестик. 24-й автобус. Вот здесь продают лепешки. Мы едем по дороге. Здесь раньше была тополиная такая аллея, которая вела от нашего дома к реке Каракамыш. А сейчас здесь девятиэтажки. Что поделаешь, прогресс наступает. Людей становится все больше и больше. Нужно строить новое жилье. А вот наш дом. Вот этот дом раньше назывался номер 1. Здесь была общага. Про нее я вам еще скоро расскажу отдельно. Вот здесь. Я придумал песню. У нас во дворе перемены. У детей отняли площадку. Залили ее бетоном. И превратили в стоянку. Они говорят, это круто, но нас они забыли спросить. Залили площадку бетоном, и детям негде тусить. На этом наше видео заканчивается. Мы приехали с рыбалки. Сейчас будем разгружать наши вещи. Итак, ребята, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Всем пока. С вами был Дино Мачезе.